Всем доброго времени суток, с вами Александр Кадрашов. Продолжаем проходить Sirius M4. Сейчас я расскажу важную одну штуку. Сейчас мы только отсюда выйдем из темноты нахер. Кстати, может, нет, давайте я сразу, наверное, здесь эту штуку расскажу. Короче, есть в настройках... Да, во-первых, я все-таки записываю это сейчас в понедельник и так далее. Ну, у меня, короче, не получилось. Первый день я съездил неудачно, какую-то хуйню там сотворил и прочее, зато у меня освободился день. Возможно, я его до конца даже сэма допишу сегодня, не знаю. Вот, это касательно моего ролика. Но все равно, то есть пока что все еще происходит, я не понимаю, что. Так, допустим, вот настройки, и видите, вот без динамического освещения. Давайте мы его уберем. Это важный момент. Это из-за того, что некоторые сцены очень темные. Я посмотрел эти уже обзоры, я посмотрел все, и там, значит, это, вот, допустим, темнота в начале была, когда там эти спутники разрушены. Помните, был темный момент, где надо было уничтожать портал. Этого не должно быть на самом деле так. Во, и здесь, видите, тоже вот какое все. Нет вот этих вот странных фиолетовых цветов и так далее. Я сейчас покажу, что происходит, когда выходишь на поверхность. То есть это все отключить. В подземелье это норм. Баг? Где баг? А где баг, ребят? Я хочу баг. Не, ну это издевательство. Ну ладно. Нет, я все расскажу, когда мы выйдем на улицу. Сразу будет ясно, почему. Ну, то есть я попробовал, потестил уже, мне сегодня написали. Ну, то есть сейчас вот час дня, два почти. Я уже пробовал, когда приехал тут днем. Мне в комментах под первой серией уже написали. Извините. Извините. Ой, этого нельзя, этого нельзя. Я когда это все тестил, кстати говоря, пробовал, запускал игру сначала на уровне сложности Сэм. Ну, как обычно. Вот откудочку, сколько этого света дневного. Так, сейчас, секундочку, я забыл сделать одну важную вещь. Посмотрите пока на манящий дневной свет. Надо сделать... У меня отвалился на одно ухо. Ухо. Бля, когда я его протру одеколончиком хотя бы. Наушники. Я все время про это забываю. Сам штекер от наушников. Так, выходим. А теперь смотрите, что происходит с тенями и со всем прочим. Оу, май. Хотя не знаю, на YouTube будет заметно, не будет. Ну, в принципе, можно пока так походить. Я что-то пробовал. А, кстати говоря, что у меня стоит здесь? Сейчас еще посмотрю. У меня вот здесь, если производительности так, так. Вот эти я пополам выставлю. Можно еще в максимум задрать, но тогда начинает периодически проседать все-таки. Сейчас надо вспоминать теперь, как здесь все. Здесь вот... А, ну вот, видите, начинают деревья вот прорисовываться, вот так вот, прочее. То есть динамические тени отключить. Ну, что посмотрим? Да, кстати говоря, на дне ни хера никаких нету секретов. Потесть. Не, ну у меня вот, честно говоря, вот это напрягает гораздо больше, чем когда со всеми. Ну, смотрите, что происходит. Вот эти стартовые зомби, как же они на серьезном, на этом уровне сложности Сэм носятся. Они просто пиздец, как угорелые черти носятся. Они так жопу рвут. А, они в воде неуязвимы становятся? Вау. И да, не все их хэдшоты. Я уже про это опять же обращал внимание. Так, сейчас просто посмотрим, потестим и, в принципе, ну, посмотрим, как это выглядит. Можешь, конечно, в комментах отписать, но, скорее всего, я сейчас как минимум серии 5-6 запишу, поэтому смотрите, просто смотрите на эти деревья.
Даже на Ютубе, я думаю, будет заметно. Во! Вот это чисто смотрим, вот это я сделал. Давайте теперь сейчас. Не то. Че? Настройки, производительность. Да, вот, кстати, FPS еще поставил неограниченный. Все, у меня там вертикалка строит. Слушай, я же уже снял сейчас. Че? Подождите. Она стояла, я ее снял, и теперь вот это. А сейчас она опять снята. А, ну да, все правильно. Ну, она тоже, ну, не так. Соответственно, так понимаешь, что я сейчас вернуться? Давайте вернемся. Не, она тоже обрастает, просто это не так заметно. А, ну сюда не вернемся. Или вернемся. Ну, короче, даже так видно. Да, вот, видите? Так что лучше будем так. И тогда я сделаю сейчас таким образом настройки. Ля-ля-ля. А, у меня уже я гамма-коррекцию и насыщенность. То есть, может, чтобы было посветлее, вот гамма-коррекцию, поднимаешь? И получше. Не яркость именно гамма, яркость это немножечко так это все как в тумане совсем становится. Но и так как в тумане. Там еще должны быть пацаны. Посмотрел обзоры. Что-то посмотрел, что-то почитал. В основном пишут, ну, что пишут. Типа Сэм как Сэм. Но есть некоторые обзоры, в которых типа Сэм, просто бежишь вперед, стреляешь, убиваешь всех. Я, может, не прав, но, по-моему, Сэм про это всю жизнь был. Ну и плюс, знаете, я, походу, делаю все-таки совсем поклонник Сэма, потому что, во-первых, я... Во-первых, потому что хуесосят, как правило, третьего и хвалят второго. Ну, я говорю, в обзорах таких. Пацаны, в кучку. Секундочку. Так, ну-ка, эксперимент. Где? Да погоди. Так. Раз, два. Теперь беру такой три. И опять два. Каждый раз переключать надо, понятно. Да, кстати, бока-оборотня я тоже заметил уже потом на монтаже какой-то серии. Мне еще написали в комментах тоже про это. Что можно в упор, короче, в лоб ему выстрелить, когда он прям подбегает, я совсем в упор. Ну и чё? Ути-тю! Ух ты, какой злой! Профессор ебаклак. Ну ладно. Не, она, кстати, по-моему, ее немножко оптимизировали, она, по-моему, плавнее и лучше идет даже по моих этих минимальных. Где-то тут радио. Ну, слышите? Мы, наверное, наверх попадем еще, я думаю. Так, там дрон. Ну-ка. На жопной тяге уже летит, блядь. Гарасина. Ай! Я же говорю, сзади прыгнул. Ай, он. Секундочку. Давай, сейчас 70. Короче, хуй его знает, мне нравится. Мне нравится. Но мне не разделились, даже среди поклонников говорят, кому-то, даже ну, по комментам читаешь, кто-то хвалит, кто-то нет. Не без проблем игра, конечно. Я посмотрел по графону реально хуже, чем в третьей. Ну, я посмотрел по роликам.
и прочее. Судя по всему, реально в третьей он выглядит как-то получше. А еще если составлять мои личные топы, кстати, с чем согласен, что перенос в современность не очень хорош потому... Сейчас договорю мысль, возьмем. Не очень хорош перенос в современность потому, что раньше-то по разным эпохам, по разным мирам еще, поэтому Second Encounter, One Love, как говорится. И там ну, необычно все, там современное оружие, там в Средневековье или где-нибудь в каких-то азиатских, в амазонских джунглях с пирамидами. А в современности не так, ну, наверное. Looks you're a crushing mental horn. Would you like to iterate the... Типа вы, короче, внизу вылезла лампочка, типа, вы типа и так уничтожаете орды ментала, можете поменять. А дайте поменяем, реально, ее же можно теперь в процессе игры еще. Дай на человека поставим. Посмотрим хотя бы просто. Так вот. Раньше, по-моему, нельзя было, кстати, так делать. О чем я говорил? Вот. Что с этим, в принципе, я поддерживаю. И что-то еще хотел сказать и забыл. Ну ладно. Вылезла эта херня, меня отвлекла. Ну и естественно, блядь. Секундочку. Все плохо? Да не, но... Здесь FPS у всех в этой сцене проседал, я уже... Если какие-то штуки я себе проспойлерил, но тем не менее. Да, а еще местный священник, он который, во-первых, мало того, что он похож на святого отца из... Да игра хорош, все, я уже всех убил. Мало того, что он похож реально на святого отца из Халфы. Вот. Прикол в том, что он списан с Даниэлом Мравунаковым. Ну, почти, по-моему, Мравунак, вот я не очень хорошо фамилию. И Дамьен Мравунак. Кажется, я композитора всей серии. Он прям вообще портретное искусство, все дела. А, все. Мы играем немножечко под рисом. О, музыка. А, надо, да, и багуют в текстурах иногда, поэтому музыка у меня и... Сейчас, погоди, я поднимусь. Не вылетел отсюда. Бля, о чем же говорил, а? Какая-то мысля была, ну ладно. Сыворотка ярости. Прикольно. Пригодится. У меня такая уже есть, но... А, так вот, вот, я вспомнил, что хотел сказать, что... Так, надо сначала радио будет. Или ладно, потом послушаем радио. А что... Если бы я топ сэмов составлял... Ну, не беря инди. Хотя, в принципе... Не, наверное, я вот на самом деле Богус Детур и этот... Очень громко. Богус Детур и этот, как его называют, господи, Дабл Д, я бы, наверное, в отдельную вынес, такой вне конкурса. Они обе хорошие, просто они вне. Вот. А если именно составлять, то, наверное, сначала Second Encounter, потом третья внезапно. То есть для меня... Не знаю, мне третья очень понравилась. То есть просто вот Second Encounter, третья, First Encounter... Ну, третья с DMC вместе, естественно. Четвертая и вторая, вот так. Вторая мне до сих пор нравится меньше всех. Чего хотите со мной делать? Сейчас тоже, опять же, стало модно с какого-то момента, типа, а вы знаете, вообще вторая это была заебись, а че я... Настолько заебись, что я, блядь, в свое время пришлось в студии не каноном признавать, объявлять, что это сон собаки, все, потому что... Ну, в данном случае, сэр. Сеньоре, пожалуйста, мне нужна помощь. Сеньоре, это о моей дочери Габриэлле. She's a scientist working for the resistance. But yesterday she went to her lab and she has not returned. Can you make sure she's all right? Please, I am an old man. I cannot fight. Sure thing, Pops. Найти Габриэлу. Настолько, говорю, прекрасная, что пришлось уже это сон Сэма и вообще не канон и всякое такое, вот. Чем согласен, что прокачку, там можно вырывать дорожные знаки, пиздить людей, этих монстров и всякое такое. Зачем они это сделали? Так, кстати, как-то... Не, на C у меня приседать. Control. Аль. Вей, вей. Ща.
Там как-то можно смотреть эту. Сейчас скажу. Кстати, вид от третьего лица, во-первых. Не, погоди. Как-то можно, короче говоря, чтобы дорогу тебе показывала. Я там клавиши, ну да. Я там клавиши переназначал, конечно. Кто-то чопает, слышь, слышь, чоп-чоп-чоп такой, чоп-чоп-чоп. Ну как, интересно? Да, я не согласен, что музыка плохая, музыка отличная. Короче, мне нравится. Даже учитывая, что это минималки и всякое такое, а мне нравится. Мне это нравится в первую очередь геймплейном. Да говна это кусок. Так, так не надо забывать, я сложно же поднял. Тонго! Секундочку, у меня чешется ухо. На поле боя нельзя так. Пацаны! Айда! Ис! Ис! Где вот это вот из... Одиссеи не переплюнуть, чувак, никогда. Эйс! 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 Обосралыс. Скиллпоинты, говорю, очень редко дают. Ну, если не лазать по секрету, но некоторые секреты такие, типа, хуй вообще знает, как туда залезть. Конечно, подглючивает все равно, но то учитывайте, что я там дальность всего выкрутил. Побольше сделал. Оп, отлично. Определенная вещь, конечно, я себя проспойлерил, но что делать? Музей, знакомый музей. Что-то такое в третьей части похожее было. Бля, не знаю, мне нравится третья часть. Надо бы, кстати, ее как следует перепройти, там можно поставить освещение так, чтобы не было этого блевотного серого фильтра. Ну, правда, не блевотный, но мне очень тоже понравился. Ох ты ж, ёпперна-вана. Секундочку, мать. О, а что тебе взять? Да, вот это. Так, ты где пизда с ушами? Не, мать, иди сюда. Бля, я вообще не вижу. Так, Шухина, дочь, ну тебя нахер, давай. Бля, в бак залез. Нет! Я залез в бак, цемушка. Нет, точно?
Нихуя ты рез, бля. Так, подожди, чувак, раз, что, на. А, часть нее улетела, окей? Конечно, на открытой местности. Иди сюда. Я тебя убил? Нет. Бля, вот это пиздец, на самом деле, не ворви. А, в целом норм. Так, я слышал, там еще один большой чувак, да. А, ты все? О, видите, хэдшотик прошел. Смотри, тук-тук. Так, дай я все-таки назад сделаю, как было. Все-таки начинает проседать. Хер мы с ним. Я попробовал выставить на ультра, мне, ну, не совсем вот так хотел. Мне там кое-что сказали, типа, чувак, ты точно хочешь? Ты подумай, а то компьютер-то сгорит. Ну, я сказал, не, тогда не надо, тогда, конечно, не надо. Хотя просто посмотри, как это выглядит хотя бы. Определенные вещи на ультра я поставил. И даже побегал несколько минут 15 FPS, но... Оно того не стоит. Поскольку Сэм это крайне бодрое, мясное и всякое такое, играть в 15 FPS. Ну бля, ну это явно какой-то секрет. Блять. Ой, ладно, пизду. Не хочу, вот сейчас не хочу упарываться по секретам и прочее. Жалко, единственное, что всякие эти модификаторы в секретах лежат. Ну, что делать? Ох ты ж! Мы с вами решили меня потроллить, да? Да ладно, ты еще живая, тварь? Окей. Внезапно это получилось у меня. Видите, они уже быстрее бегают. Погоди. Ребят, извините. Я буду сидеть и херней заниматься. А, кстати, знаете, что еще можно сделать? Сейчас, точно, я уже на это смотрел. Мне, в принципе, это отражение нахер не нужно сделать вот так. Да. Нигде здесь у меня ничего... О! А как это я пропустил это все? Никак у меня здесь ничего толком не отражается, так что в пизду, только нагружать себе все. Так, пацаны! И! I'm back! Извини, друг. Не признал. А, типа и так можно. Логично. О-ра-да-ра. Дыри-дыри-да-ра. Блин, в одном что-то вроде оптимизировали, в другом наоборот проседать все жестче стало. Не знаю.
Да, давай. Да, ёперный. Давай с ним походим, чё нет. Не, что я против. Кто тут хрюкает, э? Еблозавры. А это похоже на немножко даже на Робин Гуду чем-то местами музыка. Который Робин Худ в Legend of Sherwood. Очень чуть-чуть, совсем. Совсем. Это мои странные ассоциации, не бейте, пожалуйста. Не, что-то еще оно напоминает, но я не помню что. Ой, бля! Ёпта мать! Как ты, сука, вовремя-то, ёбана, пиздец! А? Окей. Так, пацанва, это не очень как бы порядочно в таких узких помещениях так налетать. Ну ладно, гнары еще ладно, но вот эти-то тупляки из The Last of Us. Да, поглядел у Куприну, он там только смотровую, грубо говоря, по нему делал. Ну, я своими терминами говорю сейчас. Давай глянем. Это довольно больно смотреть, конечно. Как опять человек бежит, сломя голову, никуда не заходит и так далее. Ну, кстати, он неплохо, в принципе, стрелял, так что... Но у меня вот тоже не тормозило. Я, в принципе, как, по-моему, ко второй или к третьей серии уже получше там. Так, не, это по сюжету стоять. Я заберу. Что такое? Да что ж такое-то? Я ж поднял, ну-ка, сейчас. Я человек. Кстати, возможно, здесь более сбалансированная сложность стала, чем в предыдущих. Так, окей. Дорогая Габриэла, ты уже видела последний доклад профессора Кизеля, что-то вот это вот. Он там пишет о специальной теории относительности уникуме Никонорфном. Нет, нонконформном. Не знаю. Обычно я его от писанины засыпаю, но здесь было что-то интересное. Он утверждает, что причиной расхождения в истории, о которой мы говорили, является некий перемещающийся во времени объект, или даже человек, который меняет реальность, как планета-странник меняет орбиты планет, проходя через их систему. Так что, если учитывать такую вероятность, эта хронология и возможна. Интересно, как это может быть? Возможно, какой-то инопланетный разум? С любовью, Герман. По скрипту ты получил букет? Я так понимаю, это отсылочка, собственно, на то, что Сэм слетал, по идее, убил там всех в прошлом войска Ментала. Соответственно, то, что сейчас происходит, по идее, происходить не должно, потому что он всех убил в прошлом. Вот. Возможно, а может просто что-то другое рофло. О май! Давай! Окей. Да, это уже полное обосраться. Очень дохуя аптечек. И дохуя патронов к дробовику. Кто сейчас будет? Что это, блядь, за звук какой? А! Понял? Так, Саяма. Лучше вот так вот. Да ты-то куда лезешь? Ну какой? Вы издеваетесь, нет? Причем говорили, что иногда бывает на больших пространствах, ладно, окей, давай 60 поставим, как было,
И звуков. Давай вообще отражение нахуй уберем. Прорисовку поставим вот так. Окей. Да. Бывает, на больших пространствах вообще не лагает, а на открытых территориях, типа наоборот, закрытых, типа. Не, 50 все. Пошел ты нахуй. Пошел ты нахуй. Пошел нахуй. Пошел нахуй. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Секундочку. Ребятки, оп. Ай. О нет, они могут доставать меня на высоких платформах. Ну давай, давай, давай. У меня здоровья-то много осталось всего этого. Не, ну вот здесь видно, что я поменял уровень сложности, окей. Просто, конечно, когда еще картинка дергается, не очень удобно. И так-то я не любитель. А еще мне прям люто нравится Томпсон. Yo, Gabriella, you in here? Gabriella! There you are. Your old man asked me to make sure you're okay. Mille grazie. I am grateful for your assistance. The work we do here is very important. Let me give you something for your trouble. Like a kiss. I was thinking of this. Oh, that's even better. Better? I gotta go. I want to give this baby a whirl. Humph. Men. Спросил Ясень. Блин, не знаю, они прикольные вот эти вот. Они простецкие шутки, солдафонские, да, но, блядь, они всегда были про это, всегда, ну, нормальные, имею в виду, кроме второй части, а вторую часть не считаю нормальной. Во второй, ну да, единственное, за что, конечно, им стоит отдать должное, они попробовали что-то новое во второй части. Но и всегда новое, значит, хорошее. Одно дело новое, это какой-то дегенератский пиздец. Вторая часть, это был, в части особенно шуток и сюжета, это был дегенератский пиздец. Кто не знает, может посмотреть мое, кто хочет подробнее. А, понял. Можешь посмотреть мое прохождение. И забайтил на прохождение, ну ладно. Извините. Так, ну начнем с главного. Во, я же говорю, здесь радио будет. Good news, everyone. We've received confirmation that our favorite alien overlord, Acroman, is coming to Italy. So we've prepared a few holiday recommendations just for him. First of all, relax. Here in Italy, you don't need to worry about how badly your conquest is going. You can stop thinking about how angry at you your boss probably is for forcing him to send more troops to Tunguska. But remember, Italy isn't just Rome. After you've seen the Colosseum, have some pasta in Bologna, some pizza in Milan, visit Naples, and throw yourself face first into Vesuvius. We've already fired it up for you. Ciao. Не знаю, прикольные дела. Они простые, но что знаешь, что они плохие, что ли? А. Ну, опять же, это все моя имха, так что смотрите сами. Я на самом деле заргументированный, потому что я несколько читал комментариев именно от поклонников и так далее, и они так аргументированно разнесли ту же игрушку, и я понимаю, что как бы, ну, в моем случае это не работает.
Вот, но, ну типа, мне зашло, да? Вот, но, типа, ну окей, а им нет. Они имеют на это право. Ага, говно это идет. Пидорас, пидорасина. Я, если что, поставлю все назад на сложность низкую. Упс. Ты охуел, нет? Иди отсюда. Ис! Уже учись, надо говорить ис! Да, вот этих я больше всего ненавижу, я их не вижу, потому что... Нормально. Живем. Кстати, интересно, есть разбор стерилизован, то есть типа вот так стреляешь или вот так? Есть какая-то разница? Так-то по идее должна быть, но. Стоит здесь прямо. На что-то она мне намекает. С тем серию можно скоро. Скоро, еще не сейчас, но скоро можно будет уже заканчивать. Уже 37 минут. Воу! Во! Валим! Закрыли дверь, понятно? Блять, я же вроде подскочил. Еще и смотрел. В первую очередь надо этих уделать. Так, ну-ка. Я дурак. Не, ну чувак, погоди. Не-не, чё? Там же еще кто-то был. Оп! Ну-ка, иди сюда. Не успел. Бля! Ёб твою мать. Ну ладно. Ну ладно. Ладно, сейчас все будет. Сейчас все будет. Не в этом месте, не на этом уровне сложности пробовать эти хедшоты в лоб. Там прям надо реально, когда вот еще секунду, он в тебя... Ёбнет. Вау! Вот так вот начали, да? Да ёпта. Сэмэк. Беги. Давай. Бежим. Ага. О, да, 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 да. А еще я обычно такого не говорю, но, как говорится,
нужно все закончить, потом буду все рассказывать. Так, пацаны, где кто? Никого пока, окей? Зря я так сделал. Сам напоролся. Не-не-не, парень. Где отсюда? Так вот, обычно такого не говорю, таких выражениях, не знаю, но вот здесь реально стоп-гейм, это просто вот обзор стоп-гейма на серьезный сцену, такой высер, просто пиздец. Реально высрали обзор, не сделали обзор, а высрали обзор, потому что... Чё, ракета полная? Этот полный и ракета полная. Ну как так? Во-первых, дали обзор человеку, который вообще Сэма, блядь, терпеть не может, и все такое вот, ну, мне нравится. Типа, все с таким еще подходом, типа, ну, я, конечно, вы имеете право да, любить вот это ваше говно, но вот мне это не нравится, хуйня какая-то, если честно. Зачем ты сел в это играть, блядь, если ты вообще не... Ну, то, что тебе не нравится, ты понятия не имеешь, за что эту игру любят там и так далее. Не, зачем? Я хуесосить не буду. И там умудрился, по-моему, Лой уже делал, да? Доебаться, блин, другое перемещение по арене от врагов взад, вперед, вправо, налево, это оказывается минус. Бежу, ну, бегаешь по арене, зажал одну кнопку и вот стреляешь. Это удача, вот хотя бы на этом уровне сложности, да блин, на любом уровне сложности пройти, зажав одну кнопку, блядь. It's you are welcome. Так, стоп, мне куда? Мне туда. Вы же представляете, в Сэме, как и в других частях Сэма, надо бежать и стрелять во врагов. Охуеть. А еще это шутер. Это все вообще капец. Вот реально, там такого уровня все. Ты, конечно, понимаешь, что это тоже немножечко выдрано из контекста, но тем не менее. Так, ну пошли. Я на всякий случай по старой привычке. По старой памяти даже бы сказал. О, май! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, тюмь вкатять, тюмь вкатять. Оружие перезаряжается быстрее. Ну, кстати, по-моему, там новая анимация, на самом деле. Вы двигаетесь с обычной скоростью, даже целясь. Но я не настолько часто прямо именно из прицеливания вот так вот хожу. Поэтому вот это даже не знаю. Вот это вот все прокачивать, только скиллпоинты, по-моему, тратить. Вот это было бы интересно, и катание на быках. Но там буквально два врага, которых можно. В общем, не знаю, надо вот здесь посмотреть в первую очередь. Так, я могу сейчас еще вот это вкачать. Можете брать в обе руки по двуручную. То есть два автомата, два, там, не знаю, дробовика, вот в таком духе, потом по тяжелому, вот это. Но это у нас. Перезаряжается быстрее, а далее получаете 50% своего... Вот это хорошая тема. Сопротивление урона по области. То есть, когда меня ракетами там все захуяривают. Так, о чем? После перезарядки скорость стрельбы тоже неплохо. Конечно, я беру вот это. Так, ну-ка, тестим. Да, там вроде как новые анимации даже другие. Ну, то есть другие. Не новые, другие. Ага, вон мост радио. Значит, послушаем радио, и на этом будем, наверное, заканчивать. Там никто не, если там не вылезет, потому что я под мостом еще шел и слышал радио. Бля, сколько их надо убить для ачивки? Серьезно, давай посмотрим. А, вот 10, видите, этих разблокировать. Игру на любом уровне сложности. Так, у нас всякие сюжетные. 100 врагов хитшотами.
То есть shut up, you, что-то в таком духе. Ну, не знаю, короче, где-то тут была, ну, не здесь, я в Стиме смотрел. Смотри, какой дом красивый, вот этот. Куска которого нет. Так, а это можно с обратной стороны подойти, да? Так, нам туда. Сначала все облазаем. Весна и пухи. Скорее всего, потом я переключу, конечно, уровень сложности, но тем не менее. Ветер такой недобрый подул. Да, все по максимуму, надо остаться. Все на максимум. Кстати, точно. Скажи, из подстволочки. Оп, 75 максимум подстволочка, отлично. Оп. А, типа, если ты там не послушал, то можешь послушать здесь или что? Ладно, так, сейчас. Кстати, да. Давайте мы на этом будем заканчивать. Скажу, что ссылка на плюс в описании. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на канал по обзорам фильмов, на канал автора музыкальной темы, на канал душевные игры, Роза Процессии, Cup of Creep. Жмякайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых роликах. И по возможности поддержите канал материальные ссылки на кредиты есть. Сейчас я хочу посмотреть, какую бы мне поставить на превьюшку кого-нибудь из них. Ну, быки, в принципе, как обычно здесь ходят быки. Можно вот этого чувака. Прям что-то этот кадр надо, конечно, выцепить, чтобы текста нигде не было. Вампир был. Ну или без головы камикадзе, как это классика. Вот, здесь не должно быть так темно, по идее. Во, возможно, и скорпионов поставлю, да. Вот и скорпионов я еще в прошлый раз хотел, но поставил других. Все, вот так вот. В общем, ссылки на все, подписывайтесь, вступайте и так далее. Все, всем всего доброго, играйте хорошие игры, всем пока.